Погребенная скандалом, британская компания Cambridge Analytica закрывается. Ее обвиняют в использовании личных данных миллионов пользователей Фейсбука для продвижения скрытой рекламы в соцсети, в частности, президентской компании Дональда Трампа. В Cambridge Analytica настаивают, что эти обвинения не обоснованы, но в ближайшее время они намерены назначить арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства.